Всем привет, ребята, с вами я, Тимпер, и сегодня я буду с вами копить боксы. Вот они вот лежат. Вот и еще. Мне, да, недавно выпала Биби, и уже скоро добавится Спраут. И я считаю, что я выбью эти легендарки из этих боксов. Вот он, Спраутик. Я думал, что он Лего станет мификом. Блин, Брау Толк говорили, что он Лего будет. Ладно, я сейчас пока перехожу аккаунт, где есть Леон. Ну вот, я уже на этом аккаунте. Так, берем Леню. И заходим в каточку. Конечно, одиночным. Так, мы будем сейчас играть. И я сейчас буду перематывать, потому что там будет неинтересно. Я там на каком-то месте меня зажали просто. Так что я перехожу, на свой аккаунт. Все, я перешел на этот аккаунт. И сейчас будем рубиться в катку ШД. Так. Пошлите в катку. Я должен здесь занять топ-1. Так, потому что я видео снимаю. Сейчас Барлея с двух ударов убьем, как я предполагаю. Да, я убил его с двух ударов. Пошлите вон к тимпанечкам. Ладно. Вот они самые. Вот Бул идет. Нет. Сейчас его робот-то убьет. Да, его робот убил. Ой, лошара. Робот его убил, нифига. Ха. Он на Джеки пошел. А я пока могу спокойно поломать баночки. Пойду всех дубасить. Так. О, он убил Джеки. Ах ты хитрый, робот. Хитрый. А, я его могу убить, у него мало жизни. Ой, спасибо, Джеки. Ой, вкусненько. Еще 13 банок у меня. О, топ-3, сейчас надо кого-нибудь убить. И будет сталк, и я... главное, чтобы ни у кого 20 банок не было. О, на меня робот вошел. О, сталк! Сейчас на... И как это понимать? Странно. Ладно, у меня, походу, второй бокс. Да! Второй бокс, ура! Наверное, больше не буду каток играть. Зачем? Я пока за Спраута потренируюсь. Он кидает такие гранатки. Ну ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся когда-нибудь. Может быть, если вы не умрете.